Ну вот, мои маленькие, мы играем в такую интересную игру. Довези радиацию и останься в живых. Ну, рядом сидит мой братюня, он придумал подвеску карусельную такую, а я-то, конечно, более слабым мозгом. Поэтому у меня такая, ну вот я здесь разгоняюсь такой, и она гальмует, гальмует, нужно взять разгончик. Одну радиацию мы уже потеряли, эх, взрывать, Чернобыльская АЭС. Ладно, мы запускаем заново. Неудача, неудача. Неудача. Застряла немножко. Вот, сейчас такие. Высыпаем всю радиацию. У нас такой отсеки. Тут ТВЛ обычное, чтобы один взорвался. Нет, заново. Все заново. Высыпаем радиацию. Специальным радиоактивным заводом. О, более равномерно распределилось. Наши ТВЛы. Берем назад скорость такую. И начинаем разгончик. Мы знаем дальше, какая будет территория. Это примерно как у нас вот ехать из центра в Кировский район. Там очень большой такой затяжной подъем, и там постоянно КАМАЗы всякие останавливаются, и у них не возникает никакой больше иллюзии. Здесь нужно разгон брать, тут еще больше подъем. Так, еще больше подъем. Это как в городище раньше было ехать. Часто там спрямили дорогу, а раньше нужно было очень сильно разгоняться, чтобы подняться в гору. Ну вот одна радиация такая. Вот они устаканились такие. Здесь нужно брать такое. Осторожно. Одно колесо заплелось. Вы сами все видите. Что я вам так буду говорить? На задний ход даем. Колеса расплелись. Так, и теперь вперед немножко. Подача. Полный вперед, полный вперед. Наша гусеница начинает ехать. Чернобыль уже близко Чернобыль, так, так, осторожно. И мы приехали, все 14 ТВЛ довезли.